Ну, на фоне таких грандиозных скачек, может быть, наши бега немножко и затерялись, но никуда не делись, никуда не отменились. В фаворитах мне виделись две лошади, две кобылы. Первый номер Амиде НБ и седьмой номер Презентация. Посмотрим, что будет выходить из моих прогнозов. Сбивается у нас Реактив Лав. Надо куда-то ему деваться. Не очень. Ах, сцепились колесами. Вот это да, вилкой. Повис своим правым колесом на... Вернее, левым колесом на правой вилке качалки Дениса Николина. Нехорошее, конечно, начало заезда. Не торопясь. Может быть, лошади немножко подперегорели еще на проминке. Заезд возглавляет Амиде НБ. Это неудачник сегодняшнего дня Руслан Берсенев. Амиде РНБ, помним, в Москве привозили ее на вступительный приз в прошлом году. В прошлом году Руслан не побоялся бросить вызов таким тогда фаворитам начала сезона, как Ширеру и Амакачи. Остался с платным местом, но особо не запомнился. Ну что, надо сейчас как-то отбиваться. Надо все-таки помнить о, наверное, неудаче первого заезда. Не знаю, пожелаем Руслану удачи. А по ходу дистанции и сбивается Амиде НБ. Вперед выходит у нас жеребец Дениса Николина. И это манифестаж. Дружба, липецкая дружба. Явно был... Эх, по-моему, тоже потерял ход у нас и седьмой номер Презентация, которая как вроде бы подтянулась к лидерам. Да, не пошла на пользу, по-моему, такая задержка лошадям. Оторвана далеко от всех Денис Николин. Хитрость, наверное, со стороны быта свою была руководство агроплемобъединения «Дружба» закупить лошадей в Актае, племенном хозяйстве Республики Татарстан. Ну, помимо того, что у них действительно интересные лошади, вот есть еще и такой бонус. Можно на своих лошадях стартовать в череде призов закрытых. Вот, в частности, как золотая корона Татарстана, которую сейчас и на наших глазах выигрывает Денис Николин. Второй Амиде НБ. Далее подошли 2-3 колора. Это уже работа судейской коллегии. Вот так вот быстренько, если по заезду это было 1600 метров, это были трехлетки, рожденные в Республике Татарстан.